Ну, ты видишь, лавочка с Матусовского. Памятник Матусовского, видишь? День Святого Валентина, который у нас связан с таким понятием, как любовь. И, собственно, о любви сегодня мы будем с вами говорить. Но перед тем, как мы перейдем непосредственно к самой сути дела, я думаю, мы решим некоторые административные вопросы. У нас есть с вами круговой лимон. Он находится у госпожи Лимон. И передавать его по кругу, этот поднос, через меня можно. Каждый, кому нужен лимон, может его накалывать. Я могу выдать сейчас зубочистку такую большую. У нас также есть небольшой ограниченный круг ложек. Если кому-то нужно размешать сахар, берите эти ложки, они находятся тоже в круговом режиме. И что насчет сахара? Так, ну что ж, здравствуйте. Рад вас всех здесь сегодня приветствовать. Мы начинаем. А сейчас вам раздадут не только какой комнате готов, а я думаю, что смогу уже приступить к началу нашего обсуждения. Ну, собственно, вопрос, что такое любовь, несмотря на всю свою праздность, является не таким простым, как нам бы хотелось. Ну, начинается здесь некая подлянка. Причем она начинается именно с того места, когда мы вообще произносим это слово. Давай сначала попробуем определить, откуда происходит вообще слово «любовь», что оно означает. У нас у ученых в науке принято использовать такой термин, как этимология слова, то есть то, откуда вообще слово пришло. И когда мы отвечаем на этот вопрос, часто бывает, что мы обнаруживаем ту самую подноготную, которая как раз и стоит за конкретным словом. Что касается слова «любовь», я здесь выписал даже специально из этимологического словаря пару предложений. То, например, этимологический словарь приводит в пример такой диалог. «Ой, конь тебе люд, все любы слусь, какого покупаешь? Любого». Значит, само слово «любовь» восходит к слову «любой». Но пусть вас это не пугает очень сильно, поскольку это не сильно, не чужает само слово «любовь». Дело в том, что то чувство, которое мы можем называть любовью, оно может прийти к нам, когда мы видим любого человека, и мы не знаем, придет оно или не придет. Мы выходим на улицу, идем, навстречу нам идет поток людей, и вдруг случается что-то, что из этого потока людей какой-то конкретный человек становится для нас дороже других людей. Это называется любовью, то есть из любого человека может вот произойти такое чувство. Но что касается определения не этимологического, а смыслового, рода понятийного, которое мы обычно имеем в виду, когда говорим о слове «любовь», то здесь тоже есть ряд проблем, потому что в русском языке вот это самое сложное, многогранное чувство, которое мы так скромно называем
одним словом «любовь» в древнегреческом языке обозначала сразу семью словами. Ну так, между прочим, поскольку древние греки, похоже, в этом понимали чуть больше, чем мы, и этому посвятили ряд этих своих философских работ. Какие же это слова? Может, вы часть из них уже слышали. Это «эрос», это «филия», это «сторге», это «агапе», и это «людумс», «мания» и «прагма». Вот семь имен, которые сегодня с древнегреческого переводятся к нам как слово «любовь». На самом деле здесь явно есть, вот, кстати, я слышу, что питок уже поспел, и сейчас будет вторая часть, поэтому если вам не терпится, вы там сигнализируете как-то. Сигнал необходимости СОС, мне нужен чай срочно, тут философия пошла, а чая нет, я не чувствую удовлетворения. Значит, традиционно, когда мы говорим о любви, мы также не можем пройти мимо, если, конечно, мы не имеем философского рассмотрения вопроса любви, о том, о тех вопросах, которые связаны с этим словом. Я вчера законсультировал несколько вопросов, я думаю, что, может быть, сегодня и обсудим эти вопросы, а сейчас мы, например, следующим образом. Есть ли люди, которые не умеют любить? А сколько живет любовь? А соотношение любви и влюбленности? А полигамность и моногамность? А существует ли любовь с первого взгляда? Ну и самый главный вопрос, который, в общем-то, конституирует все остальные вопросы, это, собственно, что такое любовь? Потому что, на самом деле, это слово «катабоя», но не все так просто с этим словом обстоит, как нам может быть хотелось. А кто не знаком с теорией стакана любви, это такая веселая гипотеза, теория, которая возникла в Советской России в самые первые годы становления советского государства, но была придушена критикой практически сразу. Она говорит о том, что раз весь мир материален, раз мы строим новое коммунистическое общество, то, в принципе, секс, как некая такая необходимая черта жизни, он должен получить свое удовлетворение так же просто в социуме, как и, например, желание выпить стакан воды. Ну, то есть, захотели вы стакан воды, выпили, захотели вы секса. Стренберг анализирует разные истории любви и говорит о том, что вот эта любовная линия привела к вот этим последствиям только потому, что вот в этой любви преобладало там одно из трех этих компонентов. И нормальной любви не может быть без того, чтобы вся эта пирамида, состоящая, я напоминаю, из страсти, близости и обязанностей, должна быть некой такой гармонии, должна быть равномерной, красивым треугольником. Представление о любви, по крайней мере, в двух любовных стратегемах. Первое, на онтологическом уровне, первое, которое говорит, что мы любим некий объект потому, что он обладает неким качеством. С другой стороны, вторая стратегема говорит о том, что мы любим, безусловно, объект, невзирая от каких-либо частных изменений. То есть в объекте, который мы любим, может все измениться, но мы все равно будем продолжать его любить. Не знаю, как на самом деле, потому что на самом деле это очень сложно. Я думаю, если вы когда-то были влюблены или любили кого-то, вы можете сами задаться вопросом, почему вы любили, потому что этот человек обладал каким-то набором качеств, у него что-то такое было, или это вне качеств, вне качественной характеристики, что-то такое очень далекое и таинственное. А, да, вопросы какие-то ко мне есть? Да, пожалуйста. Можно не вопрос, но у меня будет такой немножко двусторонний. Первый это вопрос, какая разница между любовью и альтруизмом? А второй вопрос это какая разница между любовью и страстью? Я скажу не могу. Ну, любовь и альтруизм. Традиционно само слово альтруизм мы обычно имеем в виду, когда говорим его в некой бинарной оппозиции. Это, конечно же, оппозиция альтруизм-эгоизм. То есть эгоизм, эго это я. Получается такая яйность, как бы я-центризм, я самый главный, я самая главная ценность, и все, что для меня это самое главное. А альтруизм как раз попытка вывести состояние ценности из себя самого вовне и назначить на каких-то других людей, процессов, событий. А когда-то мне задали вопрос, если бы я мог выбрать любую сверхспособность, какую бы я выбрал, люди, которые были тогда чипятиковыши ответили. Я сказал, что я выберу способность влюблять в себя людей, потому что любовь — это тот инструмент, с помощью которого можно сделать все, что угодно с человеком. Если человек в тебя влюблен, он выполнит любую твою просьбу, абсолютно любую. Но если только это серьезное чувство, когда дышать уже
трудно. Как долго живет любовь, помните, что один человек ответил, что 3 года, мы все знаем его имя. А с другой стороны, говорят, что настоящая любовь вообще как бы не измеряется в каких-то количествах, днях, не знаю, годах. Она живет, она либо есть, либо нет. С одной стороны, все вы знаете, есть такая жвачка, называется Love Kiss, да? Да. И там внутри фантик такой, который описывает некоторую ситуацию, которая так или иначе привела двух людей к тому, что они вместе. А с другой стороны, если взять это как жвачка, то сначала ты испытываешь некоторое ощущение, достаточно серьезное, вкусовое ощущение. Притупляется. Притупляется. Со временем притупляется, а потом выбрасывает. Вот есть еще такая форма любви, как таковая. Очень короткая. Но это очень важно уточнить. Может быть 3 года, может быть 6 лет, может быть 7 лет. У кого какие циклы зависят. А если проглотить, то 8 лет. Можно проглотить, да, и помните в этой жвачке. Любовь живет по рукам. Это же проглотить, это уже надо жениться, я подозреваю. Ну вот, зайти в браке. Я много говорю. Если на браке любовь заканчивается, это... Вот это сравнение. Нет, почему она? Ну что значит заканчивается? Она не то чтобы заканчивается, она переходит в некую другую фазу ответственности. Mm-hmm. Более социальную фазу ответственности. Потому что на самом деле до социальной сферы, до бракосочетания, люди, которые влюблены в партнеры, да, мужчина, женщина, ну, по сути своей, будь бракалкиваться от этого, они, скажем так, меньше озадачены социальными сферами деятельности. Меньше озадачены социальной необходимостью, они погружены в самих себя. А как только они переходят в союз, брачный союз, социальный брачный союз, для них это становится неким обязательством, и они направляют это максимальное количество энергии для того, чтобы стать, опять же, идеальной семьей. Я на самом деле не знаю ответ на этот вопрос, поскольку я по жизни агностик, мне тяжело давать какие-то догматические установки на то, что это так, а не как по-другому. А я оперирую только той информацией, которую можно проверить. Будет происходить то, что я хочу. Потому что весь наш мир связан с людьми, как вы могли заметить. Абсолютно любые вопросы могут быть решены, если ты обладаешь некой силой. Своё проявление любви относительно людям. То есть как я проявляю? Конечно. Только через заботу. Только через заботу. Любя или нет? Что? Любя или нет? Или так, типа, я забочусь как о своем поле подсолнуха. Ну, типа, если я позабочусь, подсолнух вырастет, соберу урожай. Нет, здесь работа имеется в виду как некая внутренняя интенция к тому, чтобы сделать все для человека, чтобы ему было лучше. Для себя или для человека? Нет, вы спросили, как я проявляю любовь, значит, это от меня к человеку. Все же очень разные, и у всех разное в голове. Поэтому, чтобы всех под одну гребенку, я не готов ответить. Но это в том случае, если мы берем под человеком вот что-то такое конкретное. А, вот это уже ближе. Мы живем в такое время, когда наступает тотальная капитализация, тоже, как я говорю на лекциях, все продается, покупается, всего есть цена, и у любви есть цена. Помните, там Листерман говорит, что можно вообще устроить все без проблем, только заплатите, даже с любовью. И распространены браки по расчету. Вы по этому поводу хотите, да? Ну да, так классно. Вы купили любовь? Что значит любовь? Ну вот представьте, что все там поставили параметры вашего представления о любви, и вам говорят, что это стоит, например, ну вот столько-то. Вы бы заплатили за это, купили бы? Ну, не маловато предложений, деталей о предложении, чтобы согласиться. Поэтому я, пожалуй. Извините, вы когда в магазин приходите, для вас тоже бывает мало предложений хлеб. Тем не менее, вы берете покупать. И грубо согласен. Да. Я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Ответьте какие. Ну вот как пришел. Первое, что пришло в голову, хорошо. А первое, что пришло да, второе нет. Поэтому как человек взвешивающий решение, я, наверное, так и умру, решая, так что же сделать. С одной стороны, вроде как да, потому что мне это очень близко, интересно все контролировать, получать тот результат, который я хочу получить. С другой стороны, ну, жизнь такая, по-моему, это застрелиться на самом деле. Потому что мы живем только потому, что жизнь преподносит сюрпризы, иногда хорошие даже. Поэтому исключать полностью этот вариант я бы не стал. Вдруг сюда принесет что-то гораздо лучше, чем вот это, то, что предлагает. То есть тогда, получается, человек не знает, что такое настоящая любовь? А мы никогда ничего не знаем, потому что нам может показаться, мы можем перепутать, мы можем недопонять, мы можем понять, но не то. Да и речь-то в любви идет, по крайней мере, о 2 людях, а когда 2, там вообще тьма полная, потому что ничего не понятно. Тогда, получается, любовь – это понятие какое-то в воздухе, которое никто не видит. Но оно есть. Это понятие, относящееся к духу, а дух мы не видим, но мы с ним контактируем в любом случае. То есть, когда мы говорим о духовности, о каких-то таких вещах, мы говорим как бы от не то, что совсем вне материальных, но, по крайней мере, надматериальных точно. Поэтому любовь, она не имеет какого-то материального предметного носителя. Но тем не менее, сегодня, извините, 70% времени мы говорим о том, что любовь – это материальная. Да ладно. Нет, она, мы говорим как о проявлении любви, о том, что да, безусловно, любовь без как бы вот воплощения она есть или нет, мы не знаем.
Это знаменитый аргумент Бертрана Рассела о чайнике фарфоровом. Он говорит, в космосе сейчас летит фарфоровый чайник. И попробуйте доказать, что он летит. Можно доказать, что он летит. Нужно потратить миллионы долларов, запустить спутники, фотографировать сегментированно всю вот эту вот сферу вокруг Земли, установить, что нет чайника. Но это какие средства нужны, чтобы ответить на такой простой вопрос? Поэтому что вам сказать? Летит. Все-таки мы любим или нет? Кого? Вообще, мы любим чайник там. Я уже говорил, что мы живем в время, когда эпоха потребления наступает и капитализируется все то, что не было еще. Это вам уже хочется. Еще сверху. Мне как раз не хочется, поэтому я констатирую, что он наступает. Руками кого наступает? Руками нас, мы сами виноваты. Если хотите быть виноваты, к зеркалу подойдите, поглядите святого врага. Он там. Можно. Всегда можно не допустить, вы всегда можете допустить. Мартин Гальберг пишет об этом. В статье «Поворот» читайте, там все уже написано. Нет, а почему его мнение? У меня же есть свое. У всех есть свое мнение. Ну да, ну зачем мне его читать? У меня есть свое мнение. Да, я читаю, можно не допустить эту... Нет, у него не только свое мнение. Помимо мнения есть еще и знания. Вот я смотрю, Андрей сюда смотрит. Вопрос был, какой любит человек. Ну, вообще, нет. Вот, любишь или не любишь? В жизни сталкивался с любовью. Вот есть, да, я люблю, да, есть любовь, я люблю. Я люблю. Я люблю. Я верю. Я Так вот, мы уже сначала нужно договориться, да, да, ну вот пока, нет, а давайте дальше поговорим, ну мы пока вот кто знает, девушка, допустим, не знает, да, вот давайте дальше закончим и потом вот еще посмотрим, да, как-то с другой стороны, да, вот дальше. Да. Вот, нет, да? Ну я пытаюсь. Хорошо. У вас вектор, я не знаю. А я люблю. Я тоже. Ну, я не знаю. Да? Но вопрос был задан. Ну, когда-то меня Елена Руни приглашала на передачу, был такой интересный разговор. Рядуйте, мы просушили, это лет 8 назад было. Вот. И мне одна моя знакомая сказала: Боря, что ж ты наделал? Ты одной фразой сразу нивелировал всю передачу, сразу все ответил, все стало ясно, и остальные там полчаса или сколько она там шла, это уже было перемалывание вкусно. Но я боюсь, что я точно так же могу предложить вам свое определение, что есть любовь. Любовь есть явление, в том числе и чувство, да, но это больше, чем чувство, это явление. Ну, в физике, например, я, правда, плохой физик был в школе, оно, по-моему, выражалось вторым законом Ньютона, если я правильно помню. Ну, кто физик, большой поправит. Это любовь, это явление притяжения. А проверочные слова, ну, мы же русские люди. Ну, девушка не согласна. А проверочные слова льба, лен, лена, льба. Вот там, где есть явление притяжения, вот это есть любовь. В том числе она проявляется и в чувствах, и в разном другом. Но это явление. Явление притяжения. Когда, скажем, кто-то падает с балкона на землю, в этом случае проявляется закон любви. Земля любит своего пьяненького или трезвого сына. Вот. И она его принимает. Явление последнее, да, получается? Да, это явление притяжения. Последнее. Чтобы четко понимать, что это такое. Вот мне кажется, как-то изначально разговор пошел в сторону манипуляции. Вот вы сказали, сожалею очень, что для того, чтобы влюблять в себя, здесь пошли элементы манипуляции. Это то, что разрушит нашу русскую цивилизацию, друзья. Кстати, разрушит всех нас. И все вместе, и пораздельно, если мы эту теорию примем. Ну, к счастью, есть и другие концепции,
которые... Это не теория, это его собственное желание. Что? Это его собственное желание. Еще плохое. Ну, что же. Ой, мой философ, глядя на лежащего пьяного у тротуара, говорят, ничего, каждый идет к Богу своим путем. Так что, пути разные. Я извиняюсь, можно вам задать вопрос, пожалуйста? Смотрите, я сейчас еще сделаю чай, кипяток, кому чай вы сигнализируете, а вы пока пообщайтесь, очень хорошо, да, пожалуйста. Вот вы сказали, что любовь — это притяжение, да? Это явление притяжения. Вот. А если любовь... Если я люблю, а меня не любят, любовь не взаимна, что делать? Как вы это? По сути, я люблю, у меня есть любовь, но у человека, которого я люблю, ее нет. Что он делает? Продолжать жить, так как вам кончится. Что вам делать? Делайте то, что... Для чего вы живете? Можно спросить тогда встречный вопрос, для чего вы живете? Ответ сейчас, да? Прямо сейчас можно. Я не знаю. Вот если вы не знаете, я вас могу пригласить к себе на индивидуальную беседу. Я как раз помогаю людям, которые забыли или не знают, кто и чего, для чего живут цель. Я помогаю себе. Я извиняюсь, вот там женщина должна сказать, у вас еще есть слова? Да, но я просто вот не поняла, в каком смысле было. То есть здесь было «помогите, меня не любят» или «я не согласен, что любовь – это притяжение». Я не согласен с тем, что любовь – это конкретное притяжение. Да, да. Возможно, тогда в некоторых случаях, да. Но тогда я поняла, да. Но я вот потом уже в последующем я услышала. И вот, наверное, то есть я хотела как бы ответить, но подождала чуть-чуть. И когда пошел диалог, я уже даже услышала это. Так вот посидеть и подождать, то есть набраться терпения и понять. То есть, может быть, и стоит, может быть, какие-то качества показывают, которые в дальнейшем, ну, то есть, правильно, когда это парень и девушка, показываются какие-то качества, ты на них учишься, дальше ты встречаешь человека, когда у вас будет взаимно, ты уже будешь знаком с этими качествами, ты будешь ровно к ним относиться. Ну, то есть, ничего не бывает зря. То есть любовь — это то, что приходит с опытом мнений. Ну, в принципе, это приходит всегда, постоянно, в движении, да, в динамике. И самое главное — понять, что ты всегда любим. И ты всегда любишь. Но нельзя насилие какое-то, нельзя вот сказать: мама, ты меня меньше любишь, чем там сестру или брата, да? Если ты реально любишь человека, я думаю, кто-то из нас, многие так проходили, ну я в частности проходил такой опыт, ну, прежний был. То есть, если ты реально любишь человека, ты готов отпустить этого человека полностью. Если ты знаешь, что этому человеку хорошо без тебя, что лучше будет без тебя, но если ты действительно любишь этого человека, ну ты сделаешь все, чтобы человеку было хорошо с другим человеком, в другом месте. Все, ну, то есть ты его любишь. Если же ты любишь не человека, а себя, тогда ты будешь к себе его привязывать. Я хочу, чтобы ты была рядом со мной, я хочу, чтобы ты мне носки стирала, муж готовила, тапочки приносила. Вот что эгоист-то тоже есть, когда человек эгоист. Ну тогда получается, ты же не человека любишь. Если ты любил бы человека, ты бы его отпустил. А ты не себя любишь. Ты любишь себя, но ты любишь себя, когда этот человек рядом. Ну себя. Когда ну, любой человек просто реализует твои потребности, прихоти твои. Но это все тогда не любовь, это, ну, как бы... Это немножко не то, это подмена такая. Может быть привязанность на основании там, каких-то желаний, там, ну, красивое тело, там, умный человек, там, красиво говорить, еще что-то. И опять, привязанность больше не для того, чтобы внутренний источник, а для того, чтобы поддерживать свой статус. Но мне приятно идти рядом с умной, красивой девушкой. То есть, и не факт, что я ее люблю, но реально люблю искренне. Как бы, мне просто это по статусу хорошо. Ну, мне нравится, я себя люблю рядом с этой девушкой. А когда идет именно этот внутренний источник, когда ты его чувствуешь, этот внутренний источник, это уже, кстати, вы вертаемся к вопросу о безусловной любви. То есть тут получается, ты уже безусловно любишь человека. И не только этого человека, и принц человека, люди, у тебя нормальные отношения, как бы ты ценишь вот этот источник в каждом человеке. И очень хорошо, когда сходятся два человека, у которых этот источник очень хорошо работает. Представим, что есть некое существо, смотрите, как не человек. Извините, это все очень плохо. И вот человек живет, у него есть некая жизненная цель, и есть некий источник внутренней жизненной энергии, некой силы, некое его космического проявления, которое проходит сквозь него там, на каком-то таком уровне, где-то там далеко летает часть. И вокруг человека образуется некий такой кокон, тор, тороидальный своего рода. Это энергии, которые вызваны различными его там, побуждениями, мыслями, мотивациями, его социальной структурой, чем угодно и так далее. И все эти волны, они имеют некую частоту, некую определенную вибрацию.
Есть другой абонент человека, противоположного, предположим, пола, соотношение правильное, да? Который точно так же существует, живет, испытывает некие чувства, которые возбуждают в определенного рода вибрации, как в неком существе. И его космический луч проходит где-то вот, тоже где-то там проходит. Два человека, которые существуют, они могут друг друга совершенно не знать. Но по какому-то космическому проведению они встречаются вот в этой вот точке, в этой некой плоскости пересечения. И их поля, энергетические поля, информационные поля, как хотите называйте, их жизненные энергии, вот эти две, они пересекаются. И если у одного и другого, скажем так, общие некие вибрации, как там треугольник, да, вы говорили? В Индии, помните, они ставят, девушки ставят метку себе на переносицу, для того, чтобы мужчина, когда смотрел, он смотрел не в правый, не в левый ее глаз, а для того, чтобы он смотрел четко на эту точку, как концентрация внимания, и тем самым видел глубину, всю суть. То есть видел ее как таковое проявление, ее как блоков, модулей, как чакры, да, как говорят некоторые. И если у них все совпадает по всем уровням, то у них совпадают энергетические поля, и они, собственно говоря, притягиваются друг к другу. И что тогда, умирают в один день? Почему? Не обязательно. Нет, между ними возникает та самая биохимическая реакция с выделением различных гормонов. Ну а потом, а что за это биохимическое? У нас нет, почему же? Не усиливают друг друга.